Добрый день! Сегодня с вами Шапранова Татьяна, тренер и технолог компании Гильтек, и мы с вами поговорим о тониках. Бытует мнение, что тоник как таковой не нужен, и можно сразу после умывания нанести сыворотку или крем. Отчасти это правда, но водопроводная вода может содержать примеси и соли металлов, которые могут раздражать и пересушивать кожу. Также после умывания очищающими средствами pH кожи становится более щелочной, а некоторые средства не до конца смываются. Поэтому тоник завершает этап очищения и подготавливает кожу к восприятию других косметических средств. Тоники, как и другие косметические средства, бывают общего и направленного действия и имеют несколько способов нанесения. Давайте рассмотрим три основных способа. Самый распространенный способ – это при помощи ватного диска протереть все лицо. Второй способ применяется, когда хочется обильно увлажнить лицо. Мы распределяем тоник в ладони и пальцевым способом разносим его по всей области лица. И третий способ – это орошение, когда можно перед нанесением крема активно увлажнить все лицо. Также такой способ можно использовать при нанесении макияжа или в течение дня, если кожа сохнет. На примере тоников Гильтек посмотрим, как можно выбрать для себя тонизирующее средство. Тоник с гидролизатом коллагена и алоэ вера – бесспорный фаворит наших клиентов. Его можно использовать как обычное тонизирующее средство, также зафиксировать макияж и даже использовать, если вы сгорели на пляже, чтобы успокоить кожу. Тоник для жирной кожи – это как раз тоник направленного действия. Он прекрасно суживает поры, а также увлажняет и успокаивает раздраженную акне кожу. Освежающий тоник с АХА-кислотами подходит для любого типа кожи. Его можно использовать и в антивозрастных программах, программах отбеливания, а также он оказывает противовоспалительное действие и выравнивает кожу. Тоник с гиалуроновой кислотой и эластином можно назвать тонером. Им можно заменить увлажняющую сыворотку. Если вы совсем хотите отказаться от тоников, все-таки обратите внимание на цветочные воды и гидролаты. В натуральной линии The U есть тоник Must Have Toner, который содержит в своем составе экстракты лекарственных трав и будет полезен вам в любой ситуации. На сегодня у нас все. Оставляйте свои комментарии, пишите о ваших любимых средствах Гильтек, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить другие видео.